Конкурсы «Зимние кошки» проходят в Сарове традиционно. Каждый год организаторы готовят для маленьких гостей приятные сюрпризы. В этом году юные художники могут проявить свою фантазию и изобразить своего домашнего любимца в любом образе. В рамках данного конкурса мы рисуем зимних кошечек и котов. Данный конкурс является у нас традиционным, проходит он ежегодно. Единственное, 2017 год был небольшим исключением ввиду отсутствия самой выставки международной кошек. В творческом конкурсе «Зимние кошки» смогут принять участие ребята от 4 до 16 лет. В этом году изменились правила приема работ. Рисунки должны быть выполнены только на листе формата А4 в технике графики или акварели. Работы большего или меньшего формата приниматься не будут. Также существует небольшое требование обязательное, которое рисунок должен содержать. В печатном формате, да, варианте нужно оформить фамилию, имя, отчество автора, название работы, если оно имеется у работы, и контактный телефон. Рисунки на конкурсе принимаются до 15 ноября на вахте Дома молодежи. Увидеть работы юных художников можно будет на традиционной выставке кошек «Зимняя сказка» 8 и 9 декабря. А уже 18 сентября Дом молодежи приглашает всех желающих на праздник «Союз сердец и судеб», где будут чествовать семьи, которые прожили душа в душу больше 20 лет. Вход свободный. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.